15 ноября при организации Государственного комитета по работе с религиозными образованиями прошла конференция на тему «Азербайджан как пример толерантности». Мероприятие было посвящено Международному дню терпимости, который ежегодно отмечается 16 ноября. Руководители религиозных общин, представители Управления мусульман Кавказа, Фонда знания и Центра мультикультурализма отметили толерантный дух азербайджанского народа. По их словам, сила государства заключается в многонациональности, совместном сосуществовании представителей различных религий, культур и цивилизаций. В 1995 году по случаю 50-летия ЮНЕСКО был учрежден День толерантности. Цель заключалась в призыве к существованию в условиях добрососедства, демонстрируя миру терпимость друг к другу. Сегодня Азербайджан известен миру как образец толерантности. Известное американское издание Time даже опубликовало статью, в которой назвало Азербайджан оазисом толерантности на Ближнем Востоке. Сейчас Азербайджан является одной из редких стран мира, в которой представители всех наций, народов и религий проживают как одна семья. На мероприятии было отмечено, что меры, предпринятые великим лидером Гейдаром Алиевым в сфере сохранения толерантности в нашей стране, превратили Азербайджан в пространство, где пересекаются различные национальные и культурные ценности. И сейчас Ильхам Алиев успешно продолжает эту традицию.